Здравствуйте, снова с вами распаковочка. Вот таких два пакетика. Сейчас. Один. И вот второй. Не стал снимать два разных видео, потому что в пакетиках одно и то же содержимое. Заказывал в очень разное время, но пришли они в один день. Не знаю, чего это зависит, от какой почты, от нашей или китайской. Ну вот, вышло так. В этом пакетике искусственные медузы для аквариумов. Да-да, вы не ослышались, искусственные медузы. Здесь даже какая-то есть бумажечка с подробным описанием. Какой-то магазин, наверное. Вот, и вот такие вот медузы. Сейчас открою второй конвертик. И смотрим, что же там за такое находится. У нас заклеено, достать тяжело. Здесь вот такая же медуза. Заказывал, мне кажется, я разные цвета, но почему-то пришли мне одинаковые. Надо будет с продавцом разобраться. Ой, достать совершенно невозможно, как-то заклеено странно, но это будет все. Пришли все медузы одинакового цвета, заказывал разные. Сейчас я покажу, что из себя они представляют. Вот это крепится на дно аквариума, медуза поднимается вверх, и вот таким вот образом она там плавает. Резиновая, все тянется. Такая вот прикольная медуза. Сейчас я проверю в своем аквариуме, смотрю, как это все выглядит. А всем спасибо за внимание. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!